Здравствуйте! Вы на канале Зеленые питомцы. И сегодня я вам покажу вот такую традесканцию, которую уже нужно пересадить. Это традесканция белоцветковая триколор. У нее на светло-зеленом фоне есть белые полосы, и на некоторых листиках присутствует розовый или фиолетовый цвет. Особенность этого сорта в том, что она не вытягивается, растет кустиком и дает очень много боковых побегов. Получается, растет очень плотно и формирует пышную шапку. Как и большинство традесканций, она не требовательна в уходе, она не нуждается в формировке. Главное не заливать, а то на листиках будут вот такие коричневые пятна, и обеспечить ей достаточное количество света. Лучше ставить на западном или на восточном окошке, можно возле южного окна, но без прямых полуденных солнечных лучей. Грунт нужен питательный, я как всегда использую универсальный, но в составе которого есть не только торф, в нем есть и дерновая земля, и песок. Сейчас я пересажу эту традесканцию в новый горшочек, только сначала вот этих две самые крупные веточки срежу и посажу просто рядышком, чтобы кустик был более пропорциональным. Срезаю так, чтобы оставить пару узлов, из которых пойдут боковые побеги. Традесканцию достаю и пересаживаю в новый горшочек. Теперь эти две веточки просто углубляю в грунт. Кстати, на них уже есть воздушные корни, поэтому они должны быстро укорениться и пойти в рост. Только нижние листики удаляю, они нам не нужны. И обязательно нужно полить. Моя традесканция готова к зимовке. До весны с ней никаких манипуляций проводить не буду, пусть растет. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если видео было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!